Что, едем мы в сторону Финляндии. Там дальше находится контрольно-пропускной пункт Сала и поселок Алакурти военный. Снега очень много, я думал, меньше будет снега. Землянки, может, и не увидим. На гору глаз тем более нету смысла лезть. Походим по мемориалам. Посетим рубеж Верман, где 3 года была линия обороны, и немцы не смогли так ее преодолеть. Ну, может, что-нибудь увидим. Всем привет! Сегодня 9 мая. И сегодня мы приехали в Кандалакшский район по Алакуртинской дороге, чтобы посетить воинские захоронения. Это вот первое воинское захоронение, которое находится на дороге Алакурти Кандалакш. Снегу еще много. Подъехали к мемориалу защитников рубежа Верман. Это самый большой мемориал здесь. Есть вот карта обороны. Удобные скамеечки, можно отдохнуть. Ну, буквально в 200 метрах находится река Верман, которая соединяет 2 озера, Верхний и Нижний Верман. Вот по этой реке проходила оборона. Ну, сейчас можно по карте посмотреть. Вот мы где-то вот здесь находимся. Можно видеть, сколько по этой дороге до Алакурти воинских захоронений. Вся дорога. Черным обозначена старая дорога. Но сейчас по ней не проехать. Летом можно проехать по этой дороге до Алакурти. Знамя Победы. Вот она река, вон видно мемориал, флаги. Подойдем поближе. Ни тропинок, ничего нету вниз. Там есть еще одно воинское захоронение, памятник. Ниже. И опорные пункты, немецкие наши. Это надо ехать летом, наверное, сейчас ничего не дойдет. Потому что даже старая Алакуртинская дорога засыпана. Там старый развалинный мост.
Тут можно было раньше до него доехать. Это река Верман. Верман. Здесь, около озера, находится гора Глаз, на которой укреп стена наверху, почти вокруг всей горы немецкой, землянки. Это была немецкая территория, наша, с той стороны. Сейчас проедем подальше, попробуем до землянок добраться. Можно съездить в Лакурт. Осталось 20 километров на возложение. Все-таки решил прогуляться немножко по лесу до воинского захоронения. Вот табличка висит, билборд. Не знаю, найду или не найду. Это захоронение. Я так понял, что вот эта старая Алакуртинская дорога. Будем ходить, смотреть, что тут есть рядышком. Могут и землянки быть. В лесу погода хорошая, ветра вообще нету. А это была не очень хорошая затея. Сейчас снег подтаял. И проваливаешься по колено. Лесу надо появляться попозже. Через месяцок. Когда можно проехать будет по старой Алакуртинской дороге, все будет в пределах видимости. Так что землянки все засыпаны, только бугры снега видны. О, вот так. Так что ужас. До захоронения так и не добрался, слишком много снега. А вот это вот, которое мы видели на карте, это 72-й километр воинское захоронение. От дороги тут метров 300. Даже плакатик там не висит на дороге. И сюда вот вроде как кто-то ходит. Или ходил. И не так проваливаешься. Попробуем дойти до него. Еще один друг, наверное, проходил лось. Следы. С копытами. Уже прошел вроде больше 300 метров, что-то какого захоронения я пока не вижу. Сейчас еще немножко пройду и буду тогда возвращаться. Все обидно, и это захоронение я тоже не нашел. Я прошагал больше километра, для того, что снега так много не видно по бокам, ничего. И придется сюда возвращаться в этом. Буду одевать сапоги. Попробую вам так показать. Оп. Да, надо было одеть. Вот вся сопка в землянках. Сейчас подойду поближе. Вот остатки землянок. Здесь небольшая болотинка. Не стал переодеваться, иду в кроссовках. Чтобы вам показать. Что-то уже. Вот куда ни глянь. Вот землянка. Вот землянка. Хотя они уже обвалившиеся. Тут штук, наверное, 10. Таких по краю. Может, еще наверху есть. Не знаю, наверх не ходил, но землянки большие. О! Так, ну дальше я не пойду, потому что здесь вон вода. Мысал лучше тоже появиться летом. Вон землянка наверху. Ну это, наверное, тыловые землянки. Большие такие, вот с одной стороны, с другой стороны землянка. Валиться в болотину и доход.
Ну хоть не зря съездил будет. Можно поснимать. Вот большая землянка. Тут все перекосились уже. Там вон дальше еще землянка. Короче, вот тут такие большие земляночки. Короче, весь склон вот этот перед дорогой.